Осетия ТВ на презентации нового клипа V7. В зале собрались друзья и поклонники группы. Чем сегодня нас удивят ребята, узнаем совсем скоро. Перед презентацией нового клипа рэп-тусовку Владикавказа раскачивал диджей Око Спейс. К главному событию вечера все подошли разгоряченными. Сумасшедшая тусовка, очень все весело, все ребята молодцы, все качают. И я жду продолжения банкета. Подготовка к презентации проходила под грифом секретности. Чего ждать от ребят заранее не знал никто. Съемки нового клипа Кали проходили в основном на заброшенном заводе. Рэп-исполнители говорят, что было немного страшно, но они себя перебороли. Съемки клипа проходили очень удачно, очень весело. Было страшно моментами, но все круто. Сейчас скоро мы увидим клип. И кто скажет, все скажут свое мнение. Крутой клип или не крутой клип? Эмоции отображал не только текст, но и танец участника V7 Сослана Дзилиева. Порадовали интересные решения съемки режиссера Георгия Кокоева. О том, как это связано с песней и стоит ли того новые творческие изыскания исполнителей, можно судить по восторженным лицам посетителей клуба. Кроме того, ребята представили сингл к новому альбому. Ритмичные биты и басы качали молодежь до самого утра. Наталья Алексеева, Заур Цеев, Осетия ТВ.